в Россию, где у нас есть Михаил Шевляков. Он идет за мировым рекордом мастера — 436 килограммов. Грузит веса на этот гриф. Можем ли мы сегодня увидеть мировой рекорд? Что мы думаем, Тор? Я думаю, что он может это сделать. Я много лет соревновался с этим парнем, и у него есть сила духа. Он зверь, я верю в него. И посмотрите, как бушует команда поддержки. Это похоже на команду поддержки Исландии. Да, точно, похоже. Давайте посмотрим, что он сделает. Он готовится. Давай, Шиф. Ну уже, поехали. Поехали. Да ладно. Он движется. Выше колен. У него есть все. Да ладно, заканчивай. Он дрожит. Жирдунас. Хороший подъем. Ух ты. И сигнал вниз приходит от Жирдунаса. Это было. Вау, это было безумие. Какой подвиг, какой подвиг. Без проблем, легкий подъем. Это было безумие, вау. Этот человек отдает все 100%. Что тут скажешь? Это был максимум. Посмотри, как он дрожит. Выше колен. Из носа у него хлещет кровь. Его бедра все еще не защелкнулись. Жирдунас заставляет его ждать, пока он не будет устойчивым. Наконец-то получает сигнал вниз. Какой подъем! Это было впечатляюще. Да, посмотри на его лицо, посмотри на кровь, текущую из носа. Боже мой! И мы только что говорили о том, насколько сильна сила духа у этого парня. Он доказал это. Он не сдается.